Всем привет, друзья, и с вами Марка, и сегодня разговорное видео. Давно не выходило видео, потому что у меня появилось домашнее животное, да, еще одно. И это маленький котеночек, его зовут Честер. Долго выбирала его имя, долго думала, долго искала и решила его назвать Честер. Насчет сериала «Любимый человек». Я хочу его выпустить совсем скоро, третью часть. Пока что я еще жду новостей от Кары, потому что она делает какой-то кино-ужастик. Мне очень интересно. Кстати, там есть мой персонаж из реальной жизни. И пока что не знаю, что здесь сказать, так что просто посмотрите, как я рисую Артик. Пардон, ребята, чуть не забыла, на моем телеграм-канале, на который я оставлю ссылочку в описании, уже ребята давно знают о моем домашнем животном, и я там рассказываю свои истории из жизни, всякие спойлеры к видео, мемы и так далее. Так что, если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, посмотри на мой телеграм, вдруг тебе там тоже понравится. Так, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и ждите нового видео. Всем до встречи!